Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре банкноты достоинством 10 гривен Национального банка Украины образца 2006 года. Украина – это государство в Восточной Европе, на севере граничит с Белоруссией и Россией, на востоке с Россией, на юго-западе с Румынией и Молдовой, на западе с Венгрией, Словакией и Польшей, на юге омывается Азовским и Черными морями. Столица – Киев. Название гривна происходит еще с 8 века – от названия украшения из золота или серебра в виде обруча, который носили на шее, то есть на загривке, и звали гривна. Гривна считалась предметом роскоши, которую позволить смогли себе только самые богатые люди. После развала Советского Союза гривна появилась в Украине в обороте только в 1996 году. А до этого, с 10 января 1992 года, были введены в обращение временные украинские банкноты, имевшие название «купон», и номинированные в рублях. Официально они назывались «карбованцы» и просуществовали как раз до 1996 года, взяв на себя весь инфляционный удар. А 2 сентября 1996 года начался обмен карбованцев на гривны в соотношении 10 тысяч карбованцев к 1 гривне. С этого дня в банках выдавались только гривны. Процедура обмена продолжалась до 1998 года. А на лицевой стороне банкноты мы видим изображен портрет Ивана Мазепы, государственного и политического деятеля, гетмана войска Запорожского. Под портретом справа надпись «Иван Мазепа». Давайте посмотрим, как выглядит банкнота с обратной, с реверсной стороны. Вот так вот выглядит банкнота с реверсной стороны. И центральным элементом дизайна оборотной стороны банкноты является изображение Успенского собора Киево-Печерской лавры коричневого цвета. Справа от собора расположена художественная композиция, включающая атрибуты жизнедеятельности и творчества Ивана Мазепы. Цвет композиции переходит от коричневого до бордового. Давайте посмотрим, как выглядит банкнота на просвечивание. Какие у банкноты есть водяные знаки и степени защиты. Вот так вот выглядит банкнота на просвечивание. Ну, мы видим, что на белом поле продублирован портрет Ивана Мазепы, а также номинал банкноты, 10, цифра 10. А также мы видим, есть защитная полоса, защитная нить, которая видна на просвечивание черной полосой с белыми символами 10 гривен. Вот такая вот у нас сегодня была в обзоре банкнота. Напомню, это банкнота достоинством 10 гривен Национального банка Украины образца 2006 года. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!